В США советуют готовить похорон до визита в КНДР. Американские дипломаты предупреждают об особой опасности поездок в Северную Корею и советуют избегать их. А для тех, кто все же получил разрешение на посещение республики, подготовили ряд рекомендаций. Госдепартамент США предупредил американцев об опасности поездок в Северную Корею на своем официальном сайте. Ведомство призывает граждан США воздержаться от поездок в КНДР в связи с высокой степенью угрозы быть арестованным. Кроме того, дипломаты напоминают, что американцы не могут посетить Северную Корею без специального разрешения Госдепа. Отмечается, что США не смогут оказать экстренную помощь американцам, пребывающим в КНДР, так как стороны не имеют дипломатических и консульских связей. В Госдепе подготовили ряд рекомендаций для граждан, которые получили специальные разрешения на посещение Северной Кореи. Дипломаты предупреждают, что не все смогут вернуться из страны, поэтому, в частности, они советуют написать завещание, обсудить с родными возможность последующей опеки над детьми, а также подготовить похороны. Напомним, летом 2017 года американский студент Отто Уорнбиер был возвращен в США после 17-месячного заключения в КНДР. Его осудили в Северной Корее на 15 лет лишения свободы за попытку украсть и вывести из Пхеньяна политический плакат. Уорнбиер умер через несколько дней после возвращения в США. После этого американские власти приняли решение запретить своим гражданам посещать КНДР без особого разрешения от Госдепа. По материалам сайта newsgra.com.